Комендант. Сегодня это имя знакомо каждому в Якутии. Лидер самого престижного забега на призы главы Республики Саха-Якутия теперь звезда. Кто ж предполагал, что вороной жеребец в своем дебютном забеге на 2400 метров обскочит фаворитов и опытных скакунов, таких как Спидстар, Златоуст или Электрошок. Не оставив ни единого шанса, комендант взял резвый шаг с самого старта. Круг за кругом и за рекордсменом 2012 года не смог угнаться ни один из скакунов. Всего 2,5 минуты самого ожидаемого забега года стали невероятно зрелищными. Переполнены ярыми болельщиками ипподрома ревел от азарта. Ставки, прогнозы. Эмоции некоторым сдержать не удалось. А то и понятно. Ведь это не только престиж, но и приз в 1 миллион рублей. Соревнования прошли на высшем уровне. Победили, опять же, как вот Ядреев, Игнатьев, вот эти ребята победили. Потому что они мастера высшей категории, и они готовятся как тоже на российском уровне. А поэтому это праздник. Комендант молодой и подающий надежды скакун. Это лишь вторые скачки. Впервые он заявил о себе в 2012 году в дистанции на 800 метров. Тогда ему удалось побить рекорд Якутии. Предыдущий результат в 50 секунд считался беспрецедентным и непреодолимым, пока двухгодовалому коменданту не удалось поставить еще более невероятно высокую планку в 40 секунд. Доверив молодого скакуна опытному жокею, тренер не прогадал. Анатолий сразу нашел подход к коменданту. Говорит, он не только его подопечный, но и верный друг. Мой готовщик объявил коменданта. Такой атмосфере лошадям зачастую сложно даже просто сориентироваться. Но тренировки и постоянный тонус – главный залог успешного забега, признается тренер. Традиционные конные скачки любого уровня для якутян – событие знаковое. Все, начиная от ставок, заканчивая обсуждением после забега – важный и незабываемый процесс. В этом году скачки дали возможность выиграть и показать себя 33 лошадям со всей Якутии. 6 забегов, и каждый по-своему зрелищный и неповторимый. На ипподроме своя аура, местами стрессовая для скакунов. Определить точно наперед, кто придет первым, сказать сложно. Трудно, да, на кого-то ставить свои ставки, рассчитать и так далее. И, ну, якутская лошадь для народа Саха – это священное божество, и поэтому так увлекательно и интересно для народа Саха конные скачки. Комендант стал большим сюрпризом и потряс болельщиков, лишний раз доказав, что итоги скачек непредсказуемы. Буквально в один миг, словно черная молния, он пересек финишную черту. Соперникам не оставалось ни единого шанса. Теперь в истории конного спорта Якутии новая звезда.